Жители края начали получать платежки с новыми суммами за капитальный ремонт. С января все собственники жилья будут платить за каждый квадратный метр на 30 копеек больше. В ближайшее время квитанции получат около 800 тысяч человек. Это очередное повышение было запланировано еще 3 года назад постановлением правительства края. Вместе с платой за капремонт проиндексированы и социальные пособия. Органы соцзащиты уже получили информацию о начислении по новому взносу, и всем, кто получает меры соцподдержки, они будут предоставлены с учетом этого повышения на 5%.